Давай перейдем к вопросам из Бусти, от твоих подписчиков на Бусти. И Тимур Алиев спрашивает, как вы считаете, то, что происходит в Брайтоне, полноценный кризис или просто наложение травм ключевых игроков и сложного календаря? Как вы оцениваете шансы Брайтона на попадание в пятерку, а значит, вероятно, и на попадание в Лигу чемпионов? Я думаю, наверное, тут будет удобнее оттолкнуться от последнего вопроса про шансы на Лигу чемпионов, потому что, мне кажется, этот вопрос немножко помогает нам лучше раскрыть природу некоторого разочарования, которое в начале первого вопроса упоминается. Мне кажется, может быть, в том числе в этом есть вина моя, там, либо вина нашего подкаста, либо всего этого канала, в том, что ожидания от Брайтона взвинчены. То есть, мне кажется, что ожидания от Брайтона... Вернее, Брайтон – это команда, которую нужно смотреть, но ожидания от них точно не должны равняться Лиге чемпионов. Это команда, которая потеряла кучу игроков. Это команда, которая по ресурсам очень сильно уступает тем, кто борется за Лигу чемпионов. И у меня ни на каком этапе не было ожидания, что Брайтон будет в Лиге чемпионов. И мне кажется, что абсолютно логично, что примерно при одном уровне игры на дистанции всего сезона у них есть некоторые колебания в результатах. И просто у меня вот такой иллюзии изначально не было. Следовательно, и сейчас я шансы на Лигу чемпионов как ну, совсем мизерные, сказочные практически оцениваю. Но в то же время я думаю, что это не то, почему нужно равнять Брайтон. Если отвечать на первый вопрос про там, роль травмы и все в этом, я думаю, что как раз-таки Брайтон – это одна из немногих команд, в которой практически нет незаменимых футболистов и которая не зависит от травмы. Она зависит в первую очередь от структуры, поэтому я не готов использовать травмы как серьезный довод вот именно в объяснении этого спада. Где-то было невезение, где-то были не самые точные, такое тоже бывает, решение Де Зерби, но в целом, мне кажется, Брайтон остается командой все с тем же лицом и с тем же игровым уровнем. И колебания, ну это скорее колебания, которые строятся вокруг перепадов результатов. Это нормально для команды такого уровня. А вот именно в качестве футбола, который они показывают, я таких перепадов не наблюдаю. Ну и плюс еще пояснил, что у нас с вами немножко разные ожидания по поводу Лиги чемпионов. Я ни на каком этапе не ждал от Брайтона попадания в Лигу чемпионов.